Всем привет! Сегодня у нас 2 мая 2013 года, да, это самое главное. Так, утро, время где-то 7:30, что-то рано как-то это проснулись. На самом деле надо было в это время вставать, 7:30, а не все. В общем, 8:15 у меня запись на до зубника, до стоматолога, да, до нашего. Что хочу показать? Хочу показать комнатные растения, короче, да, у матушки. Так, минутку. Итак. Это огромная монстера. Тут я вещу. Самое что интересное. Из множества мелких фотографий. Смотри, даже камера распознает. Ну вот как-то так. Большой постер. Сдалека смотрится лучше. Так, соответственно, вот стоит аквариум. Тут рыбки, да, которых вчера приобрели. Когда-то здесь плавали золотые рыбки. Ну, они все у нас скончались благополучно. Так. Так. Соответственно, вот папоротник огромный. Так, и в соседней комнате, ну, соответственно, фортепиано, которое кошка облюбовала. Так, цветы. Наверху лианы. Ну, что-то лиана, короче, удобрила каким-то удобрением их магазинным, и листья начали желтеть. Не есть хорошо. Так, еще. Ой-ой-ой, кошка. Бегает, прыгает. Так, еще это, по-моему, китайская роза. Вот, еще что-то. Наверху тут огромное растение. Так, ну вот здесь тоже растет. Внизу. О, фикус. Почти как у меня на работе. Кошка. Ух! Хвост трубой. Так, ну, вроде как все, да. Фортепианка, ну-ка. Круто. Фортепианка у нас Оффенбахер Холфиер Ферранд. Ну, в общем, 908 года, да. Раритетная модель. Да, тут даже еще есть у нас подсвечники. Так, опа. Ну вот, как такой небольшой обзорчик комнатных растений, да. Так, ну что, 8:15, пойдем до стоматолога. Все. Пока все. Так, ну зуб я себе сделал уже, без проблем, буквально минут за 15, наверное, стоматолог, да, прям без проблем, жу-жу-жу-жу-жу, старую пломбу не вытаскивала, поставила, как бы нарастила часть зуба, да, светодиодная там пломба, ну какая-то там крутая, да, и отдал я за это вообще там копейки какие-то, да. Так, теперь у меня важное дело есть, да. Надо перекинуть дровишки. Сейчас покажу. Оп. Так, мчимся, значит. Сюда тут у матушки бочка стоит. В нее дождевая вода попадает. Так, дальше тут закуточек такой есть. Дом постройки неизвестного мастера. Так, вот, да. Вот она куча то ли дров, то ли досок, что-то непонятное. И как бы соседи наши, да, это инкубатор. А вот это вот большой-большой инкубатор. И как бы они попросили, чтобы мы эти доски убрали, да, типа доски гниют, фундамент разрушают и все. То есть надо доски эти переместить вот
под этот край забора. Так, ну, соответственно, этим и займемся. Пожелаем мне удачи. Я пошел работать. Давайте. Сын отдыхает. Сегодня 2 мая. Угу. Угу. Посмотрим его поближе. Привет передает. Живой, значит. Ой, спят они, типа. Ой. С Анфиской. Так. Ага. Так, кошка ходит. Не, сын. А что это значит, не пойму. Все. Да нетушки, вставай. Замерзнешь, между прочим. Да я уже встаю, короче. Кс-кс-кс, кошка. Слукошка. Кс-кс-кс-кс. Кошка. Кс-кс-кс. В зеркало на себя смотрит. Ну, коза драная. Ой, интересно как. Так. Так, вот. Вставай, нечего лежать. Кошка. Так, ну, закончили убирать, наконец-таки, этот дрова эти. Уже даже успели отдохнуть слегонца, там что-то. Успели даже двор измерить. Надо пойти посмотреть результаты работы. Конечно, все. Документы смотрел мои. А, документы успели проверить, проверить, да, что там с ними, в порядке все или не в порядке, да. Идем смотреть результаты работы. Куда идете? Идем смотреть то, что вот это. Вот это еще снимать, ага, тут дети свои снимают. Они далеко. Так, идем снимать, так. Хоп. Ну да, дрова у нас были слева, лежали в огромной куче. Сейчас эти же дрова лежат справа. Ну еще и вот здесь. Ну вот, как-то вот так. Так, ну сейчас, соответственно, надо съездить в гости. Думаю, сейчас до сестры, до Машки заехать в гости, да. Ну я поехал, ничего могу сказать. Все. Съездил уже до сестры. Так, в гости, да. Побывал у нее. Она живет сейчас в бывшем бабушкином доме. Ну, все нормально у нее. В общем, сейчас что-то у нас сколько? Часа 2, наверное, дня. На улице уже 26 или 27 градусов. Вообще жаренькая, короче. Так, нахожусь сейчас на окраине села. Переулок Солнечный. Хочу показать наши просторы. Так, ну, во-первых, начнем оттуда. Там у нас находится кладбище. Ух, как близко, а. Да, кладбище. И, соответственно, ну, вот это сам есть переулок Северный. Ой, как он? Солнечный. Ага. Ты там снимаешь что-то? Так, там у нас коровы ходят. Так, а тут что-то еще есть, короче. Еще. И тут товарищ, короче, вышел с пивком. Поздоровайся, Иван. Здрасте. Вот так, молодец. Все, поехали дальше. Короче, этот самый товарищ, блин, лоханулся немного, блин, неправильно. Виски себе побрил, ну, в общем, там, косякнул конкретно. На ощупь брился пацанчик, да. Так что такие дела. Продолжим, я ж не это показал. Так, вот там у нас идут... Кто-то там это, стадо точно идет. Вот это, там же даже пастух есть. Вот это да. Правда, пешком, конечно, но... Вот это нифига себе. Максимальное приближение. Смотри, как. А. Да, это было максимум. Как она реагирует. Так, отдаляемся. Ну да, они, походу, идут на водопое уже. Так, и что у нас там? Как же называется? А, переулок Солнечный, да, переулок Солнечный. Там что-то у нас... А, вдалеке у нас там улица Анатская виднеется. Да, он какой-то дом чей-то. Ага. Ой, тихо. В другую сторону. Ну и вот, да, это у нас окраина деревни в сторону... Еще раз, кладбище. В сторону кладбища. Да, такие дела. 5 мая у нас Пасха, кстати. Люди готовятся к этому мероприятию. Красят тут цветочки что-то. Ага, машины стоят.
Ну вот как-то так. Так, отдаляемся. Оп. Все, ну мы мчимся дальше. Чуть позже будет еще одно включение. Все. До встречи. Ты что, меня снимаешь, что ли? Ем... Сейчас, минутку. Ем макароны по-флотски. Мясо здесь, значит, говядина с курятиной. Совместили ассорти такое мясное. Перемололи, соответственно, добавили немного лука. Вермишель, мясо пожарили. Макароны по-флотски. Типичный рецепт. Очень вкусно. Это у нас салатик. Крабовые палочки. И запиваем все это дело компотиком. Из, такой вот из чего компот? Компотик из сиропа шиповника, купленного в аптеке. Классная вещь, всем советую. Ну, как вот так. Приятного всем аппетита, точнее, мне аппетита. Время у нас сейчас уже 18:00. Ну, может, да, даже минут 5, наверное, 7-го. Только что новости начались, да, там что-то про взрыв в Бостоне разговаривали, говорили по новостям. Так, что? Ну, за это время я успел пообщаться с товарищами, с друзьями, да. Одного видели уже, да, с Краснодара приехал, другой товарищ приехал у нас с Ростова, да, товарищ Михаил. Успели с ними пообщаться, потом, значит, мы где-то часа, наверное, в 3 пересеклись с сестрой, сделали обзор нашего села, села приютного, да, такой неплохой получился обзорчик. Вот. Потом мы заехали с сестрой до другой сестры. Да, там, значит, тоже потусили, чай попили, поговорили немножко. Вот, потом я поехал домой, соответственно, поел плотника, да, макароны по-флотски. Вот, ну и сейчас, соответственно, набираю сил для дальнейших действий, да. Мама за это время успела приготовить там поесть. Соответственно, так, минуточку. Оп. Соответственно, успела уже вынести, как это называется, ма? Ну, когда вот это вытаскивают после зимы. На просушку. Да, успела вынести уже на просушку постель, тут всякие подушки, одеяла некоторые, да, ну, чтобы они прожарились на солнышке так нормально. Время, кстати, уже, вот, ну, как я уже сказал, да, 6 часов, уже не так жарко. Да, вот выгуливаем кошку. На самом деле, так как кошка у нас была городская, чисто городская, да, на улице ни разу не была. Москвичка. Да, москвичка. Вот, соответственно, сейчас кошка потихоньку у нас... Осваивает территорию нового места жительства. Да, осваивает территорию местного... Как ты сказал? Нового места жительства, да. Знакомится с травой, с землей. Все для нее в новинку. А? Фиса? Так, пошла кусты какие-то новые осваивать. Да, ну она у нас, соответственно, на... Как это называется? На поводке, чтобы далеко не убежала. Кошка у нас очень импульсивная. Чтобы очень... не познакомилась с местными котами. Да, у нас тут ходят банда, 3 черных кота и 2 каких-то белый не черных. О, белый и рыжий, да. И они все хотят с ней уже, хотят с нею познакомиться. Но кошка наша не особо говорит с ним познакомиться. Так, ну... Ой-ой-ой. Так. Шум машин. Не, она к шуму машины, в принципе, нормально относится. Все равно страшно. Думаешь? Так, ну вот, как бы так. Что будет дальше, увидим, посмотрим, запишем. Все. До следующего включения, да. Все. Ну вот и плавненько подошло к своему логическому завершению 2 мая 2013 года, да. Вечерком, значит, был в гостях у... Еще одного товарища, да, там мы поели шашлычков, товарищ с родственниками, с другими товарищами попили пивка, и где-то часиков в 10, наверное, может быть, даже 10:30, да, выдвинулись в центр. Вот, ну, соответственно, где-то вот с 10 часиков до 12, до 1:30 тусили на... Кинотеатр «Комсомолец», да, есть у нас такой кинотеатр, как-нибудь вам его покажу. Все нормально, все спокойно, день прошел таки насыщенно, да, очень насыщенно, да.
Весна в самом разгаре, даже уже почти лето. Некоторые товарищи у нас уже открыли плавательный сезон вчера, 1 мая. Да, вода, говорят, как парное молоко. Ну, как бы, все. Всем пока, всем спасибо за внимание, да, за просмотр данного видео. Все, всем пока, всем удачи. Arrivederci.